Вот, кстати, в этой квартире во время этих замечательных спецопераций нашел такую записку. Сейчас с вами ее прочитаем. Что, чему хотели научиться люди, живя в этой квартире? Возможно, войне или там фашизму. Давайте посмотрим. Научиться играть в приставку. Вывести шкафы. Повешать гардину на кухню. Заменить стекло на балконе. Купить лямку в ванну. Поменять начинку бачка. Поменяли уже. Пробить штанники. Поменять дверь. Делать розетку в ванну. Доделать стену на балконе. Купить гардину в зал. Купить замазку для плиты. Купить полку под телек. Розетка в ванне вычеркнута. В общем, какая разница, в принципе. Ну. В общем, вот такие вот планы были фашистские у людей. Пусть земля им будет пухом.